Рядом со мной Наталья Птицына. Наталья, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Наталья, вы сегодня выступаете, это авторская песня или вы кавер будете исполнять? У меня авторские песни, я автор-исполнитель, сама пишу песни, музыку и исполняю их. Как давно вы занимаетесь творчеством? Знаете, творчеством давно занимаюсь, но в тетради записывала песни свои. А вот в 2020 году начала уже на публику. Моя первая песня вышла в 2020 году. Чему я очень рада и вот пришла к вам поучаствовать. Наталья, как у вас песня называется, которую сегодня будете исполнять? Сегодня у меня будет две песни. Одна называется «Новый год скоро придет», как раз таки новогодняя, а вторая «Летим». Я ее уже исполняла здесь, вот. Поэтому две песни. Откуда вы черпаете вдохновение для творчества? Вы знаете, оно само как-то приходит. Вот, когда есть настроение, тогда и пишу песни. Ну, как-то так. Скоро Новый год. Где вы планируете его отметить? И как вы планируете нарядиться? Вы знаете, наряжусь я, конечно, красиво, как обычно, ярко. Но сегодня, правда, в черном, но все равно. Украшения у вас очень красивые, сережки. Дома, с друзьями, в общем, все как обычно, семейный круг. Вот. Вы будете исполнять какие-то техники, чтобы ваши желания осуществились? Возможно, письмо Дед Морозу напишете или там бумажки сжигают? Нет, вы знаете, я просто загадаю желание и все. Да, да. И какие у вас пожелания нашим зрителям? Что вы им желаете в наступающем году? Желаю всего самого-самого наилучшего и счастья, удачи. Как, в принципе, моя песня поется. Удачи всем и процветания. Да, все, спасибо вам большое, вам творческих успехов.